It's Bama. Ты видишь? Вот ты где, Гуннар. Приятно видеть у тебя на лице улыбку. Эйвор, давай сюда. Эйвор, так и думал, что ты рядом. Гуннар, ты так внезапно исчез. Тебя будто внесли валькирии. Да, вот это валькирия. Бригитта, сердце мое. Это Эйвор. Нашего Гуннара очень непросто покорить. Лавендин, да. Это мой Зигвили. Я тоже рад знакомству. Свадьба пройдет здесь? Гуннар, я надеялся, что мы устроим праздничный пир в нашем поселении. Нет, нет. Мы ждем благословения. Бригитту должны выдать за меня. Ты же знаешь, Эйвор, я человек чести. Чьего благословения? Не вижу тут ни отца с вилами, ни плачущей матери. Благословение Элдермена Кинана. Он воспитал Бригитту. У тебя есть родня, Бригитта? Нет, мама и дад кэрэд эвенгилю дэн анун. Кэнун хаб джуз ми. Мать Бригитты была верховной жрицей, а отец Элдерменом. Они умерли. И растил ее новый элдермен. Я хочу познакомиться с ним, раз уж наша родня скоро справит свадьбу. Союз, выкованный в пламени любви. Пойдем. И не вини меня в том, что он слышал кое-что про тебя. А ты, Брик? Тим Джолх, и твой баг завайр сих гумпасх гелю. А ты воргал клис лаун. Ладно, нечего мешкать, да? Ну что, элдермен слышал что-нибудь о моих похождениях? И не от меня одного. Скальды будут петь о тебе еще долгие годы. А местных мерсийцев не беспокоят викинги под боком? Они сходятся сюда на празднование Самайна. Эй, так убить можно! Большинство веселится, а не думает о нас. Самайна? Значит, корни вырезаны для этого праздника? Да. Фонари в виде лиц отпугивают зло и помогают детям найти путь домой. Как они мрачно выглядят. Возьмем парочку с собой. Элдермен! Кинан! Он славный правитель, заботится о своих людях. Обязательно поговорю с ним позже. Пока познакомься с Теудором.
Рука липкая, как дохлая рыба. Но парень хороший. Станет элдерменом после Кинана. Теодор, познакомься, Эйвор. А, да. По рассказам Гуннера я ожидал... Что я прилечу на крылатом коне, исцелю хворых. Похвалы Гуннера порой чрезмерны. А, еще язычники за нашим столом. Чудно. Зачем ты здесь? Чтобы помочь другу жениться и напиться как следует. Если удастся завести новых друзей, тем лучше. К чему христианам дружить с данами? По их вине в Мерсии правят ложные короли. Яблоки? Эйвор, попробуй местный сидр. Тебе он нравится, да, Теодор? Сидор. Ты ведь Эйвор. Успел к моему последнему самойну. Теодор, ты приветил почетного гостя? Ты наказал привечать всех язычников, что вторгаются в Глостер. Так. Слушай приказ короля урожая. Хватит кривиться, начинай веселиться. Что, захотелось познакомиться с семьей Бригитты, пока она не стала женой кузнеца? Мы с радостью примем ее в клан. Но здешние виды превзойти будет сложно. В эту пору туманов я расстаюсь и с ней, и с землей. Но Гуннер славный малый, и о тебе говорит хорошо. С твоего позволения. Меня, увы, ждут дела. А, да, святилище. Но на пути столько лихих людей и зверья. Вдруг с тобой что случится? Кинан, мне ни к чему помощь язычников. Вдруг этот отважный юноша падет, так и не успев вкусить сидра и нежных девичьих прелестей. Клянусь, я не успокоюсь, пока не верну его тебе в целости. Да, Теодор? Все ясно. Но чтобы Дан молился святому Кенельму, Бог ужаснется. Эйвор, любимый уже зовет меня. Если хочешь, приходи к нам вечером. Повеселимся. Иди. Надеюсь, вы подружитесь. Берегитесь фей, альвов и духов. А мне нужно проследить за церемонией, дать напутствие подмастерью и забить свинью. Что, идем? Самайн. Кинан слишком потакает язычникам. Как стану элдерменом, покончу с этим. Костры, колдовство, какие-то духи. Глостершир сбился с божьего пути. Людям нужно веселье. Скоро уже зимние морозы. А праздник — это радость и тепло. Господь знает хладные ночи, но детям зимой тяжко. Когда видишь, как они веселятся. На сердце легче. Тут есть священники? Те, кого я встречал, редко были мне по нраву. Здесь никто не борется с богохульством. И один только я могу дать ему отпор. Этому стаду нужен пастырь. И как же ты приведешь их к спасению? Через церковь. Мы отринем идолов из дерева и глины. Восхвалим Господа за его дары. Но мы ведь идем молиться какому-то идолу. Разве этот святой Кенельм твой бог? Нет, и мы не зовем его так. Но Господь прислушивается к нему. Под кустом, в чистом поле, сложил голову Кенельм, королевский сын. Прекрасен этот край, верно, Эйвор? Да. Смотри, на пути нет никаких угроз, так что в твоей помощи нет нужды. Ты добрее, чем кажешься, святух. И от меня ты не избавишься. Я обещал Кинану вернуть тебя в целости. Странные у вас молитвы. Я славлю Одину стоя. К чему пачкать колени? Чтобы проявить смирение.
А колени я пачкал и за меньшим. А вот это звучит куда интереснее. Тише, Эйвор, я молюсь. Мне смотреть или не стоит? Боже, лишь одного просит у тебя раб твой. Терпение. Теодор, я смогу защитить тебя, не мешая молитве. Но все равно мешаешь. Что ты там такого увидел? Зайца? Теодор, беги скорее! Давай, спрячься! Откуда они тут? Эйвор, спасибо. Ты спас мне жизнь. Хорошо, что я оказался рядом. Может, Киннон и впрямь видит грядущее. Господи, да их сам Люцифер послал. Этому краю нужна Божья благодать. Скорее, они жили рядом со святилищем. Слава Господу за спасение. Здесь опасно. Эйвор, дай мне помолиться. Я прошу лишь этого. Нам пора в Глостершир. Или хочешь поблагодарить мученика за сегодняшний пир? Я не ребенок, которого нужно от всего защищать. Иди без меня. Я обещал... Да-да, я помню. И когда увижу Киннона, скажу, что ты спас меня от клыков этих демонов. Эйвор, знаешь, если хочешь, я угощу тебя чем-нибудь. Встретимся на празднике. Эйвор, вот ты где! Я пришел. О, и какие приключения тебя поджидали? Я сопроводил Теодора к одному из святилищ христиан. По пути на нас напали кабаны. Odd, but Path and I usually surf. To Debrivo. Но ты спасла его? Уверен, вы вдвоем были просто прекрасны. Я ожидал Киннону слова. Сопляк Теодор жив. И даже цел, Эйвор? Я думал, что ты хорошенько отмутузишь парнишку. Гуннар, я заключаю союзы по всей Англии. Видал людей и похуже Теодора. Мне нужно выпить. Попробуй сидра из прошлогодних яблок. Сколь! Вы пригласили меня на праздник. Расскажите, чего мне ждать? Нигвискалан Велеспродион и Creatures of the Vale. The Bag for Treats. В Глостере делают подношение духом. А если ты оденешься как дух, дадут и тебе. И все даром? Ха. Я видал такое лишь на пирах. Мы превратим тебя в чудище и отправим на поиски сластей и выпивки. Выглядит не очень. Плащ и пара косточек. Глупости. Ты будто дух Мари Луит. Ну что, пора за дело? Стань духом серой лошади, что поет за пирог и эль. А твой плащ мы пока придержим у себя. Хорошо. Но петь я никому не стану даже под угрозой смерти. Жаль. Ах, как ты пел, как колокольчик. Птицы дохли от зависти. Гуннар, если я буду там один так одет, я тебя проучу. Постучись в тот дом.
Добрый вечер. Ну и что тебе нужно? А, Мари Луит. Но в этом году у нас пироги, Аниэль. Самин ждет. Месяц небо жжет. Мари Луит рядом. Дай сластей, да побыстрей, и меня порадуй. Ха-ха! Ну, держи. Вот угощение для Мари Луит. Ты притворяешься духом обмана? А какой тих духов со зрением? Щели в маске слишком узкие. Маски и пирогов хватило, чтобы сделать из тебя нежного скальда. Да не буду я петь, Гуннар. Сложим какие-нибудь стихи. Дом в ночи, где ни свечи, завеса так тонка. В дверь стучусь, кручусь, верчусь, Эля жду глотка. Просто здорово! Да, парни набрались и пугают малышей. Добрый. Слава богам! Всю ночь ждем, когда придут дети, чтобы отдать им сладости и начать уже праздновать. На вот, держи. Вот это пироги! Слаще меда, Гуннар! Попробуй сам. Гуннар! Пироги! Покажи, что там впереди. А я знаю, пирог! Мама сделала! Вот! Сюнин, разведай местность. Повтори, что ты сказал. Говори уже, глухой! Убирайся прочь со своими вонючими башками! Не знаю, бесстрашен ты или глуп, раз говоришь так с воином из клана Ворона. Достойное название для падальщиков. Крылатые крысы. Я вырву твои глаза и скормлю твоему богу. Гуннар, мы в гостях. Пусть идет, поищем еще сладостей. Тебе что, твой нос недорог? Сейчас я его сломаю. Christ, I'm tall. Это вас, тварей, нужно жечь заживо! Ты точно не хочешь задержаться в Глостере? Тут умеют веселиться. По ту сторону реки. Тут играют дети. Ты мне не указ, ведьма. Томас Флетчер, я помогла тебе появиться на свет, смывая из тебя кровь матери.
Придержи язык! Покажи-ка мне ногу. Это пустяк! Осторожнее со стариком. Он и так весь изранен. Тилокес, Мотрон за кумпас тапачсислан. Тебя назвали ведьмой? Я возглавляю в Глостершире тех, кто чтит старые обычаи, но готовы лечить людей по обе стороны реки. Гвенет, милая, принеси чесночную мазь из дома. И червей? Мама, мы чистим или отрезаем? Да, захвати червей. Беги, дитя. Обещаю ничего не отрезать без тебя. Храни меня, Эйр! Я рад, что вас смешит моя смертельная рана. Иди, Эйвор, веселись. И о Теодоре не забудь. Модрон, можешь не лечить ему ногу. Я все пойму. С ногой я справлюсь. Но ни одно лекарство в Англии не сможет его заткнуть. Я не творю чудеса. Хороший конец дня. С добрым Элем и славными друзьями. Ваша церковь не порицает этот праздник? Я-то не церковь. Я Гвилем и обратился к Богу 3 года назад. Ты явно многое повидал. Скажи, чем ты занимался раньше? Я пахал поля, хотя порой и приходилось защищать свой урожай. Как ты стал монахом? Решил что-то изменить, когда в 3-й раз проснулся в свинарнике, не зная, как туда угодил. Тебе по душе, Глостер? Да, край чудесный. Жаль, что они лишатся Элдермена. Наслаждайся праздником, Гвелем. Может, и выпью позже. Что, наконец-то покой? Эйвор... Возможно. Для короля урожая любой миг слаще. И мое время подходит к концу. А ты ешь, пей, наслаждайся дарами лесов Глостера. Эйвор, вот ты где. Теодор. Ты вовремя. Мы с Гвилемом поспорили, кто сможет больше выпить. Садись, парнишка долго не протянет. Дай мне чашу. Мне тоже. Так, и мне одну. Гвилем, монах-воитель. Теперь мы сразимся с чашами в руках. Эль притупляет даже острейшие клинки, Эйвор. За теплый очаг и влажные глаза. Подчас пьянство возвращает человеку здравомыслие. Сколь! Держись! На кону честь Глостера. Я не оставлю свои земли тому, кто боится Эля, как кошка воды. Мерзость! Ну же, парень!
Глава Глостершира должен уметь пить! Я видел младенцев, что пили эль быстрее. Ну же, не тяни! Покажи этому Дану, парень! Молодец, Теодор. Ха-ха-ха, аж на душе полегчало. Выпьем еще за новых и старых друзей. Из всех элдерменов, что я видел, ты самый беззаботный. В чем же твой секрет? Его нет. Просто скоро я уйду в мир иной вместе со своими заботами. Выпьем же за мою жизнь и смерть. Смерть? Меня, короля урожая, принесут в жертву на костре. Как элдермена Симкина до меня, как всех, кто был до него. Ужасный обычай. Жертва после плохого урожая. Будто боги, насытившись, помогут им. Кинан, твои люди любят тебя. Не стоит расставаться с жизнью. Их любовь ослабнет, если я отступлюсь. Лучше умру в огне, чем помешаю жить своей родине. Выпьем. За элдермена Кинана, веселого и щедрого. Будьте верны ему, пока не заберет его смерть. Спасибо, друзья. За моего преемника Теодора. Да будет он достоин рогов. Что это? Вода? Я как Тор, когда тут осушал моря. Взгляд ясен, рука сильна. Вы его слышали? Нужно что покрепче! Это лучше любой настойки. Славно. Покажите мне чудесные видения и заставьте пожалеть об этом на утро. Ах, какой мерзкий вкус! Но пьянит славно. Эйвор, давай на чистоту. Я стерплю. Я вел себя мерзко, не отрицаем. И хочу извиниться за это. Мерзость не некуда. Да. Сладко говоришь, язычник. Я жарче яростного пламени. Но могу быть милее мягкого ветерка. Неужели? Свадьба Гуннара и Бригитты свяжет наши кланы. Но и мы можем заключить союз. А, да. Мой первый союз как элдермена. Согласен. Принесем клятву. Только как? Да, величайшую клятву о величайшем союзе. За союз! Союз величайший! Тише! Все спят. Выпьем еще за нашу дружбу.
сюда, сюда. Берегись черного рыла. Рыло? Как у свиньи? Горящий. Что гонит людей домой? Глупые сказки для малышни. Ха. Думаешь, это бывает только в сказках? Может, я слишком строг к тому, во что сам отчасти верю. И порой говорю глупости. Пойду помочусь. Великая тьма гонит звезды по небу со вспышками цвета и света. Мы пришли. Нам надо сюда. Теодор! 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 Где же ты? О, Хель, что было прошлой ночью? И зелье все еще действует. Теодор, ты здесь? Стража Теодора убиты ножом. Сосуд разбит и залит кровью. Может, им кого-то ударили? Кровь. Может, Теодора? Если его тащили. Стражнику вскрыли горло. Грязные следы. Здесь явно кто-то прятался. Открывай дверь! Выходи! Thank you.
сумка Гвелема. Интересно, осталось ли там что покрепче? Но почему она здесь? Прихвачу с собой. Так, что все это значит? Убийцы прятались здесь и ждали, пока мы подойдем поближе. Потом они застали врасплох и убили стражей. Ударили Теодора и утащили его. Серьезно, откуда здесь все? Кроме сумки Гвелема. Едва стою на ногах после настойки Гвелема. Может, матушка Модрон поймет, что в сумке? Все это значит? Кровь пятнает и твое оружие, и нашу землю. Кинан, постой. Ты еще не все увидел. Позволь мне доказать свою невиновность. Теодор предупреждал меня о гостях-язычниках. И теперь поплатился жизнью. С его смертью Глостер лишился Элдермена. Око за око. Твой клан Ворона лишится вождя. Хватай убийцу! Thank you.
Уйди прочь! Скрыться. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Какой кошмар. Там. Приветствую. Мама, это друг человека с больной ногой. Эйвор, ты помнишь? Да, верно. Не ожидала тебя увидеть. Все в порядке? Можешь сказать, что такое в этой сумке? Необычная смесь. Один друид узнал, что она хорошо усыпляет. Монах по имени Гвилем налил пару капель в Моэль. Сильнейшая штука. Обыскай дома! От нас не сбежит! Что нужно этим христианам? Как же сильно они мешают нам жить! Мама, чтобы узнать больше о травах, надо пойти к друиду Халивину? Да. Он живет в доме озера рядом с местом, где река Черуэлл впадает в Грейт Ус. Странный малый. Он предпочитает говорить с духами, а не со смертными. Но мне уже пора в Роландрич. Встретимся там позже. Потерял ключ. Лети же, Сюнин. У меня нет сил выломать свою дверь. Это твой дом? Я положил ключ, а он случайно свалился в реку. Меня зовут Брон. Здравствуй, Брон. А, ты Дан. У меня тут есть кое-что интересное. Легендарный рок самого Рагнара Лодброка. Ты нашел рок Рагнара? А ты уверен? Скажу честно, друг, точно не знаю. Это старый рок данов. Помоги мне попасть внутрь, тогда и посмотришь.
Я хочу взглянуть на этот рог. Я давно его спрятал. Прости, я уже не помню где. Давай поищем вместе. А, да! Теперь вспомнил. Он должен быть где-то здесь. Отлично, друг. О, гляди-ка. Это не рог. Дай мне посмотреть. Стой! Воры! Сволочь, прочь из моего дома! Он сказал, что это его дом. Ты не знаешь, кто я такой. Вас обоих запорят до крови и подвесят у городских ворот. Друг, это все большая ошибка. Дан, если тебя обманули, верни мою вещь и помоги мне убить вора. Вот твоя вещь. А Бронз жалкий лжец и вор. Так пусть же получит по заслугам. Нет! Пора тебе сдохнуть! Ну вот и все. Ты помог мне, Дан. И я не обвиню тебя в краже. Надеюсь, ты благодарен за это. Ха. Жаль, что мне не удастся услышать гулкий рев рога Рагнара. Говорил с ним. Он рассказал о своем томлении, и теперь я должен либо идти за ним, либо следовать по пути исполинов. Зачем голоса говорили со мной? Я слышу песнопения и чувствую борьбу. Несогласие среди ангелов. Это печалит меня. Когда-нибудь я попрошу у Бога прощения за все свои ошибки. Здесь сияние.
какая-то невидимая сила. Что-то не так.
видела? Его дух разозлится. Какой такой дух? У Данов нет души. Этот муж павший воин и заслуживает уважения. Где его топор? Без него он не попадет в Вальгаллу. Хури убежал с ним. Не бей нас. Мы это не со зла, правда? Я вас не трону. Я лишь хочу вернуть этот топор. Куда убежал Хури? Куда-то туда. Он хотел поиграть. Побеждать чудищ. Расправь крылья, Сюнин. Эй, мальчик, дай-ка топор, пока не поранился. Я тебе не мальчик. Я Хури, убийца чудищ. Хочешь топор? Забери его в поединке. Убийца чудищ? Раз ты тоже воин, я в обмен на топор научу тебя особым чарам. Руки Эгера, ноги Тора. Силу, честность и ум жаждет всякий воин. Я чувствую, как сила этих чар разливается по телу. Спорим, я быстрее добегу до того мертвеца. Гляди, вокруг его глаза ползает паук. Пусть мы не знаем твоего имени, ты был хорошим воином. Один поприветствует тебя в Вальгалле. Аминь. Когда-нибудь мы присоединимся к тебе в вечной битве с чудищами. Ух ты! Интересно. Thank you.
Головня передать готово. Пламя от пламени. Так же идут между людьми мудрость и глупость. Добро пожаловать, дитя Божье. Я Брэндон из Ирландии. Я видел свет этих камней и слышал их голос. Здесь его знаки. Здесь со мной вновь говорил второй голос, и был он выше многих. Послушай, что я узнал в молитве. Давным-давно была великая война. Потомков богов, что жили до потопа. Я молюсь за этих мятежных ангелов. Пронизана странной силой. Yeah.
земле лишь люди из соломы. Как и сказала Модрен, может, кем-нибудь притвориться? Со мной он говорить не станет. Может, ответит на вопросы Мари Луид. О, дух, ты наконец-то здесь! Несколько дней назад я предсказал твое появление по каплям дождя. Но кто же скрывается под маской из кости? Неужто гость из страны фей? Я знаю, ты не скажешь. Не буду спрашивать. Кем бы ты ни был, теперь мы можем начать обряд. Но люди из соломы должны ярко полыхать. Пусть пламя ознаменует конец и новое начало. Я же буду ждать твоего возвращения. Соломы говорит, пусть... Халивин сказал, что люди из соломы должны полыхать. Значит, подожгу их. И еще. Пусть их голоса гремят. Еще, еще. Они ревут! Ты ведь слышишь, как рев огня! Кажется, это все. Вернусь к друиду. Я внемлю, ветер! Я хочу задать тебе один вопрос. Теперь твое поведение и облик вызывают у меня некоторые сомнения. Ты и правда светлый дух? Да, конечно же, я дух. Докажи. Я помогу тебе, если покажешь, что знаешь тайны мира. Расскажи, как использовать амулеты. Хорошо. Давай свои загадки. Скажи, что может помочь девам? Дай мне немного подумать. Может, ты темный дух? Если нет, приходи и попробуй ответить снова. О чем же он спрашивает? Думаю, в его доме найдется что-то, что подскажет ответ. Вижу, кинжал здесь перевернут. Ковша из одной ветки. Вырезы похожи. Рты распахнуты, будто выкрикивали тайны. Видел этот символ на щитах и могильных камнях.
Вижу, кинжал здесь перевернут. Петля висельника, нож. От сосуда пахнет ядом. Три орудия убийства. Женщины, Сабрины, смотрит на меня из-под воды. Со мной он говорить не станет. Может, ответит на вопрос. Я внемлю, ветер. Получилось найти свою суть? Если ты светлый дух, ответь. Скажи, что может помочь девам? Дев, попавших в беду, защищает Сабрина из реки Северн. Сабрина — нимфа воды. Да. Что связывает души? Амулет двойной ложки. Да. Чтобы молодожены ели суп вместе. Люди созданы из земли, воды и ветра. Что спекает землю, сушит воду и смиряет ветер? Тройная смерть усмиряет ветер жизни и обращает тело в землю, а воду в яд. Верно, тройная смерть. Ты точно дух света. Хвала Мабону. Хочешь хлеба со сливками? Нет, мне нужен лишь ответ на вопрос. Эту сумку с травами принес в Глостер некий человек. Знаешь, что в ней? Да, снотворная смесь. Эту сумку наполнял я. Помню, за чашей вина из одуванчиков он вспоминал дом в Кит-Ладроне. В Кит-Ладроне? Хорошо. Благодарю тебя, Халивин. Но этого духа нынче ждут и другие. Так лети же с ветром и листвой, друг холмов. Кит-Ладрон. Звучит странно. А Модран ждет меня у камней неподалеку. Сюнин, укажи путь. Вижу Модран. Здравствуй, Модран. Стража, скорее на помощь. Убийца Данка хочет снести мне голову с плеч. Мог рассказать о своей беде и раньше. Мы ведь дружны с Бригиттой, и я знаю, что ты не хотел бы ей навредить.
Той ночью я лишь пил и веселился. Мало что помню, но мы с Теодором точно не ссорились. Печально слышать. Халивин что-нибудь тебе рассказал? Он дал травы мужчине из Кит-Ладрона. Гвильему, который пил со мной и Теодором. Кит-Ладрон — повалийский тайник воров. Это на холме к западу отсюда. Могу тебя проводить. Я перед тобой в большом долгу. Ты не обязана была мне верить. Я тоже беспокоюсь о Теодоре. И хочу разобраться в том, какая напасть его постигла. Пока мы здесь, я хочу взглянуть на священные камни. Здесь сильны древние боги. Я не раз внимала здесь их тайнам. Скажи, когда будешь готов уйти. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреть. Привет! Что? Береги себя. У тебя есть одна. Скорее всего. Мы... Убить!
Здесь лучше не шуметь. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить.
Бдительная тут стража. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах...
Вартальфахейме кроется что-то еще.